Тут бы вроде бы надо бы рассказать историю этих горлиц, но ничего такого нет, их нам подарили. Одна женщина, у которой мы покупали козье молоко, приехала к нам в гости посмотреть на животных. В то время мы выкармливали еще и косулю. Она увидела зайцев, собак, косуль, там у родственников куры, цесарки, утки. Ее это так восхитило, и она сказала: у вас мало животных, и привезу в подарок нам двух горлиц.